Какие есть идеи маленьких подарчиков на конкурсы для гостей? На конкурсы для гостей обычно обсуждаются подарочки с ведущим, потому что у ведущего же есть определенная какая-то концепция. Чаще всего ведущий либо предлагает что-то такое, мол, давайте я закуплю там условно на Алиэкспрессе какие-нибудь там смешные подушки, какие-нибудь там смешные, там, я не знаю, какие-то смешные вещички, стаканы какие-нибудь. Мне вот однажды понравился очень вариант на одной из свадеб, где молодожены дарили гостям, знаете, такие стаканы, как будто смятый пластиковый стаканчик. Но он, это не маленький подарочек, но тем не менее. И, как, то есть это набор стаканов был таких, как будто такой помятый пластиковый стаканчик. Но на самом деле они фарфоровые, и просто вот они выполнены как помятый пластиковый стаканчик. Это было очень прикольно, очень. И они мне подарили такой набор, и я однажды сижу, значит, пью что-то, чай или что-то из этого стаканчика, и мне звонит бабушка по, по видеосвязи, говорит, привет, как дела, то все. А я вот сижу, пью вот из этого стаканчика, и она мне так смотрит, говорит, совсем плохо с деньгами, да, вот без пластикового стаканчика пьешь. Я так смеялась, просто хотала до слез. Поэтому, когда какие-то такие прикольные подарки, это здорово, но это нужно, конечно, обсуждать э, э, с ведущим. Ну, э, зайдите на, э, там, на Озон, на Валберес, на Алиэкспресс и посмотрите, если есть время еще заказывать что-нибудь китайское, то посмотрите, там много всяких приколюшек, которые можно купить, ну, чтобы это были реально прикольные.